Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Благослови.
яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, Годе жилец. Не надейтесь я на князи, на сыны человеческие, ниже не спасения. Изыдет Бог его и возвратится в землю свою, ходи погибнут вся помышления его. Блажение Боже Бог и Ангел помощник его, упование его на Господа Бога своего. Сотворшего небо и землю, море и вся я живи, хранящего истину век, творящего суда видимы, дающего пищу алчущим. Господь решит упование, Господь умудряет сердцы, Господь возводит незвеженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и голову примет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, Бог во сионе в род и род. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Единородный Сын есть в слове Божий бессмертен Сын, и изволим и спасения нашего ради. Воплотитеся, о святые Богородицы, и присно Девы Марии, непреложного человечивыся, распися же Христе Божий смертью смерть поправи. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко благ и человеколюбец Бог еси, и себе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Блаженни кротцы, яко ти нас
Oh,
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Amen.
противно постом, возвеселится праведнику Господи, и уповает на Него. Услыши, Боже, глас Твой, негда молитвимися к Тебе. Премудрость, кое время послания, святого апостола Павла чтение. Вон мем, братья, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, ибо бдята душа ваших, яко слово воздать и хотящее, да с радостью сие творят, а не воздыхающие. Нет, бо полезно вам сие, молитесь о нас, уповаем бо, яко добро совести имам мы во всем, добрых хотящие жить. Лишь же молю, сие творите, да вскоре устроюся вам. Боль же мира возведы из мертвых, пасты овца великого. Кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да совершит во всяком деле Бозе, сотворите волю Его, творя в вас благоугодное пред Ним, Иисусом Христом. Ему же слава во веки. Мир Ти и Духове Твоему, премудрость, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Твою правду и преподоби Твои возрасты.
и множество много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и Поморья Сирска, и Сидонска. И же приедоша, послушайся Его, и исцелитеся от недуг своих, и страждущий, а дух нечистый, и исцеляхуся. И весь народ, искаше, прикасайтесь Ему, яко сила от Него, исхождаше и исцеляшеся. И той возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше царствие Божие. Блаженни алчащие ныне, яко насытитеся. Блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся. Блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына человеческого ради. Возрадуйтеся, в той день изыграйте. Себо мзда ваша много на небеси. Высокопреосвященнейшем митрополите Амвросии и о всей во Христе братии нашей. Кирия Лаисон, Кирия Лаисон, Кирия Лаисон. Еще молимся, о Бога хранимей стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священнице, священном монахе, и всем во Христе, братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриархах православных, и создателя святые обители сия, и о всех прежде погибших, отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных.
Oh.
Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Амвросия, митрополита Тверского и Кашинского, да поминет Господь Бог по царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, честное пресвительство, во Христе диаконство, монашеский чин и притча церковный, братья поющие, труждающиеся, благоукрасители, благоустроители, святые обители сия, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Всем и
верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь Господу, помолимся. Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же все бывше, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же заныпи Понтистим Пилате, и страдавша, и погребена,
и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую единохрещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Изрядно пресвятей, пречистей, преблагословений, славней Владычице нашей Богородице и преснодеве Марии. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спаса нашего, Иисуса Христа, со всеми вами. И со Духом Твоим. Тя, святые помянувши, паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и освященных честных даре, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якуда человека любит Бог наш, прием его святый пренебесный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознеслосвет нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Хранителя души телес наших, у Господа просим. Подай, Господи, прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Подай, Господи, добрых и полезных нашим и мира мирови у Господа просим. Подай, Господи. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Подай, Господи. Соединение веры и причастия Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно, смеси призывати Тебе небесного Бога Отца и глаголати. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царствие, сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духу Твоему. Главы ваша, Господи, ви преклоните. Тебе, Господи.
благодати и щедротами и человеколюбием, Единородного Сына Твоего, с ним же благословение сии, со пресвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Со страхом Божиим и верою приступися. Благословен ты во имя Господне, о Господи, явись нам. Прости, приимши Божественный Святый, Пречистый, Бессмертный, Небесный, Животворящий, Страшный Христовых Тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй! Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй! День весь совершенстве, отмирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Ты и все освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С миром изыдем. О имени Господне. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословящая Тебя, Господи, и освящай на Тебя уповающая, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящее благолепие Дома Твоего, Ты всех воспрославе Божественную Твою силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир мирови Твоему даруй, Церковь Твоим, священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенств свыше есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе слава, благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будь имя Господне благословено, отныне и до века. Будь имя Господне благословено, отныне и до века. Будь имя Господне благословено, отныне и до века. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всех хвальных апостол, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых и праведных, Бога Отец, и Иоакима, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любец. Слава!